Александра Алёни Бегарцева под шестым номером. На поле вышел Александр Гагроев, номер 20.
Thank you.
уважаемые зрители, напоминаю вам, что очередная игра на первенство России по футболу среди клубов Национальной футбольной лиги на нашем стадионе состоится 14 июня. В этот день соперником Владимирского Торпеда будет команда футбольного клуба «Химки». Начало матча 18:30. Внимание представителей средств массовой информации, присутствующих на сегодняшнем матче. По окончании встречи в административном здании стадиона состоится пресс-конференция с участием главных тренеров играющих команд. Замена в команде «Газовик». Вместо Алексея Баранова, игравшего под 15 номером, на поле вышел Андрей Малых, 12-й. Thank you.
следующая домашняя игра на первенство России по футболу. Среди клубов национальной футбольной лиги на нашем стадионе состоится 14 июня. В этот день соперником Владимирского «Торпедо» будет команда футбольного клуба «Химки». Начало матча 18:30.
отсюда. Thank you.
еще раз возьму. Thank you.